поисках мамы и папы. Сегодня более 1500 детей региона ждут своих родителей. О том, как ребят устраивают в семьи, как помогают им впоследствии, говорили на заседании Совета по опеке. В регионе сократилось число нерадивых мам и пап, тех, кого лишили родительских прав. Стало меньше детей, которых направили в сиротские дома. Свыше 200 маленьких курян с этого года живут в семьях. Это больше, чем выявленных сирот – 174. В банке данных – это дети, которые сегодня подлежат семейному устройству – 552 ребенка. Банк данных – это дети, большей частью с ограниченными возможностями здоровья, дети старшего возраста. Но, несмотря на вот все проблемы, идет устройство из интернатных учреждений. Новоиспеченным приемным родителям помогают сотрудники Центра сопровождения замещающих семей. Также поддерживают мамы и папы со стажем. Уже несколько лет в регионе работает Ассоциация приемных родителей.